Здорово, народ, с вами Коди, и сегодня мы посмотрим на игру Contra 2028 или 2028. Это наработка студентов из 8 человек, которые за 8 недель сделали вот это, что мы сейчас будем лицезреть. Это не игра, тут не во что играть, тут всего лишь один уровень, тут просто отбиваемся от волн, даже не зомби, каких-то пришельцев непонятных. Ну это... На скриншотах я... О, вот они, кстати, мы их сейчас видим, наблюдаем. Ублюдки конченые, страшные. Ладно, давайте начнем. Нажмите любую кнопку. Окей. Так, нажмите F3, чтобы посмотреть управление. Окей. Так, мы можем играть на клавиатуре, можем играть на геймпаде. На контроллере, как тут написано. Так, давайте пробежимся по управлению. Как обычно, WASD это управление лево-право. Так, R это reload, перезарядка оружия, T это мы можем поставить турель, F это у нас граната, E это skip intermission, это я не знаю, что такое, скипнуть миссию. Так, Shift это у нас slide, Ctrl это у нас hyper jump, окей, Alt это у нас ближняя атака, и Tab это смена оружия. Ну ладно, что, погнали. Чем-то персонаж немного напоминает на Gears of War. Так, ваф 1, волна 6. Убейте 6 каких-то чебурашек. Окей, погнали. Где они у нас? Ага, вот они. Так, тихо, тихо, тихо. Что мы будем делать? Так, у нас есть пробел, у нас есть слайд. Отлично. Ага, у нас замедленное время в прыжке. Окей. Мы можем замедляться в прыжке. Либо в слайде. Так, давайте поменяем оружие. Ага, дробовик у нас есть, дробовик. Дробовик это хорошо. Так, отъехал. Следующая волна у нас через 6-7. Так, что у нас было? На Т мы можем поставить турель. Только почему-то он ее не ставит у нас. Т, турель, братан. А, наверное, мы не накопили каких-то очков. Ладно, смотрим дальше. Перезарядимся пока что. В смысле ты промазал? Пока никого не вижу. 7 нужно убить. 7. Семерых. Минус 1. Ага, вот он второй. Третий. Четырех. Четырех. Давайте попробуем ближнюю атаку. Ближнюю. Угу. Осталось двое. Где-то они, походу, застряли у нас, да? А, все, фейлит. Так, можем забрать. А, из них выпадает у нас амуниция. Отлично, патрончики. Так, Тед. Ага, вот теперь мы можем поставить турель. Отлично. Ставим ее где-нибудь здесь. И давайте где-нибудь вот здесь еще поставим ее. Где-нибудь сверху. А, все, можно поставить только одну. Так, у нас остался один. Ага, вот он. Слышу, где-то здесь бродит. Отлично. Так, следующая волна. Так, мы убили всех. Можем поставить еще одну турель? Нет, не можем. А, защитите генератор. О, вот он и генератор, отлично. Как я хорошо поставил турель. Заберем. Защитили? Нет, вот оно тело. Тихо. Все, да? Да. Отлично. Мы генератор защитили. Это огонь. Следующая волна. А, подожди, миссия фейлит. Короче, я понял, чтобы мы могли завершить волну, нужно перебить всех. Ну, ты тут не вижу отчет времени какой-то. Так, попробуем кинуть сейчас гранату в них. Ну, F. F. Что-то нигде ничего не взрывается у нас. Как-то странно все кидается. Давайте куда-нибудь залезем наверх. Поможет нам это или нет? А, немножко, но помогает, смотрите. Отлично, отлично. Так, заберем. Тихо. Все, отъехал. Следующая волна через 8 секунд. Так, можем еще турель поставить? Можем. Ставим. Где-нибудь в центре. Ага. Теперь нужно 14 убить.
Сейчас мы откинемся, чуваки. Залазим наверх. Граната. Я не пойму, как работает граната. Я вроде кидаю, а ее нету нигде. Остался один. Патроны кончились. Отлично, турель справилась за нас. Найс, просто найс. Так, что мы теперь делаем? Kill 5 enemy. Ага, в прыжке нужно, да, убить, значит? Окей, давай. Где они у нас? А, за раз пятерых в прыжке? Вы что, смеетесь, что ли? Не прокатывает. Ближний бой. Ближний бой. Боксируй, боксируй. Челлендж фейлит, короче. В общем, какая-то такая, чуваки, игра. Можете скачать по ссылке в описании ее. Посмотреть, кому понравится, не понравится. Просто поразвлекаться можете. Так, защитить. Генератор не можем поставить. Все. Нам жопа. Так, заберем. Слишком громко. У нас, кстати, нету меню, да? Я уже говорил или нет? Хочу сделать потише, не могу. Все время нажимаю на Escape, а оно не работает. Так, отлично. Все, хана генератору. Ну, такое чувство, что еще где-то один генератор есть. Но я его не вижу почему-то. Ага, вон наверху точно. У нас тело не бежит. Персонаж у нас не может бегать. Почему-то он устал, видать. Так, смена оружия. Короче, у нас половина чего-то не работает. Не могу понять. В общем, такая, с костылями. Ну, в общем, что, студенты сделали, студенты молодцы. Если бы они ее доработали, было бы... В принципе, они могут сделать нормальную игру, придумать сюжет и прочее. И сделать из этого красоту. В принципе, играется, я скажу, неплохо. Правда, немного тяжеловато почему-то. Все, game over. 13 тысяч. Так, давайте напишем имя, не знаю. Напишем просто Коди. Овощ написали, так. Коди. Окей. Так, и мы с вами где-то в самом дне. Ладно, пофиг. Так, ну что, народ? Вы поняли, о чем игра? Студенты постарались. Кому интересно, ссылка в описании, качайте, смотрите. Не забываем также подписываться на канал, оставлять свои комментарии по поводу этой игры, по поводу моего канала. Какие-то предложения кидать, может быть. Не забываем подписываться на Instagram, Twitter, Facebook. Куда, короче, везде я есть. Да. Всем пока. Не болейте. До новых встреч.